Гранаты. С вами видеоблогер Екатерина Снетко, любитель растений, любитель природы. У меня есть фильм о том, как мы разрезали гранат, и он внутри оказался гнилой. Теперь, вы видите, в магазине я прошу, чтобы мне надрезали. Все правильно. Лучше подстраховаться, чем получать плохое настроение. И как вы думаете, есть ли польза от граната? От самого граната, конечно. От самих зернышек граната, конечно, польза огромная. Но когда мы чистим этот гранат, остается много кожуры, которую обычно мы выбрасываем. В лучшем случае используем для компостной ямы. Но я хочу вас предупредить, не выкидывайте шкурки граната. Посмотрите, шкурки граната мы с супругом мелко режем. Как только съели гранат, тут же порезали, выложили на бумагу и отправляем на батарею сушиться. Через сутки, даже меньше, у нас получается вот такой, можно сказать, деликатес. Почему? Деликатес для нашего здоровья. Это шкурки граната, но уже в сухом виде. О том, как мы используем и как предлагаем всем использовать шкурки граната, смотрите дальше в моем фильме. Что мы делаем с корками граната после того, как насладимся соком этой ягоды? Обычно выбрасываем. Но стоит заглянуть в интернет или вспомнить слова наших мам, бабушек, что гранат обладает замечательными вяжущими свойствами. Благодаря таким свойствам легко остановить понос. Стоит только заварить столовую ложку сухих корок на стакан кипятка и проварить на водяной бане минут 10, а затем дать остыть. При этом хорошо укутать эту емкость. Пить лучше на голодный желудок за полчаса до еды. Но не только при поносе хорош отвар из корок граната. Шалит нервная система? Делайте травяные чаи с душицей, ромашкой, мелиссой и добавляйте корки граната. Но и это не все чудесные свойства корок граната. Настой из корок обладает противовоспалительными свойствами и поможет такой настой при колитах, простуде, глистах, сальмонеллезе, язве желудка. Но обязательно знать, что при запорах и геморрое такой отвар навредит. Так что имейте в виду, любители сока граната, осторожно с такой ягодой, как гранат. Понравилась информация? Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и заглядывайте в школу Дениса Коновалова. Вы получите замечательные знания по каналу YouTube.